имел он счастливый талант без принуждения в разговоре коснуться, да всего слегка с ученым видом знатока хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. Нет, рано чувства в нем остыли. Ему наскучил света шум. Красавицы недолго были предмет его привычных дум. Измены утомить успели, друзья и дружба надоели. И хоть он был повеса пылкой, но разлюбил он, наконец, и брань, и саблю, и свинец. Это прекрасные стихи, которые простотой своей открывает все больше и больше, наверное, с жизненным пробегом. Сложен Александр Сергеевич, и, наверное, с возрастом он становится и сложным, и простым в каких-то вещах. Скорее всего, так, а музыка, она метафизична, она надо всем, она вечна. Первый раз это делаем, но при такой аудитории впервые. На самом деле мы немножко порезали саму оперу. Хиты музыкальные, гениальные Петра Ильича Чайковского будут звучать. В любви, считаясь инвалидом, Онегин слушал с важным видом, как сердце исповедь любя, поэт высказывал себя, свою доверчивую совесть он простодушно обнажал. Евгений без труда узнал его любви, молодую повесть, обильный чувствами рассказ, давно не новыми для нас.